Как хорошо, что вы здесь. Мы обнаружили прекрасное яйцо. Да. Прекрасное яйцо там, где заканчивается тропинка. Вы оказались на мирном, но таинственном пастбище. Воздух так и звенит над спокойным полем. Воит магическая дрожь. Ощущается присутствие чего-то очень сильного. Всем привет! С вами Мантия. Да, мы снова вернулись в нашу любимую... нашу любимую легенду дракона. Набираем все, что здесь. Ну, желто, золото здесь мне абсолютно ничего полезного просто. Идите нафиг. Нужен ли ваш варпленд? Ой. Идите нафиг, говорю. О, забрать призы. Соберите золото с жилищ. И что? Отлично. Первое пройдено. Осталось еще 9. Скоро мы доберемся до этого яйца. Соберите пищу на фермах. 5 раз. Ну как бы давайте мультипосадкой. Вот самую такое бомжатское возьмем. Вот. Какое-то задание мы даже с вами выполнили. Это новое задание. То, что мы выполнили новое задание, это хорошо. Вот здесь вот наш крамп живет с жалом. Так. Значит, раз. Здесь 5 еды к заданию. Еще 4 раза мне надо забрать еду. 1, 2, 3, 4. Так, все, забираем призы. Здесь у нас тоже 10 свитков. Вау! Это что такое? Ничего себе здесь! О! С возвращением, тренер драконов! Вас ждет таинственный и сильный дракон. Вам придется выполнить серию специальных заданий, чтобы приручить его. Вы готовы к испытаниям? Ну, я как бы готов. О, господи, здесь и арена. Чешуйчатая лига. Фига себе, здесь элитники. Здесь крепость клана. Колдовство. Колдовские битвы. Есть темница. Здесь, короче, есть все. Повышайте уровни своих драконов. Соар. Ну, давай тебя. 1 повысили, 2 повысили, 3 повысили. А, все. 3 раза повысить. Так. Выиграйте сражение компании. Здесь какие-то задания вообще яичные. Ой. Куда это я? Давайте хотя бы с боссами немного посражаемся. Все. Первый готов. Так, здесь все понятно. Так, Атлас, иди сюда. Иди сюда. Да, кстати, делал видео, где я убивал всех, где я убивал
кое-каких боссов. Сейчас покажу до какого. Все. Я убивал боссов. Да, три ады. Так, все, забираем призы, 7000 еды. Довольно неплохо. Пол дела сделано. Интересно, откуда взялась эта дверь? Странно, не находите? Проведите битвы варенья. Давайте пойдем. Пойдем на легкий. Я просто... Я не хочу запариваться просто. Но я реально не хочу запариваться. Я просто не хочу запариваться. Проходить там какие-то сложные уровни, сложности. Вот. То есть, просто пройдем, будем играть на изи. Так, один сделан уже, да? Так, давай сюда пойдем. Давай сюда пойдем. Чаще жесткий. Так, ну иди сюда тогда. Кипение. Дальше дерево идет, да? Я спустя столько времени не играл в легенды Дракономании, а я уже запомнил название этих дракошек. Так. Есть какие-то легкие. Давай сюда пойдем. Ой, что-то у меня из этих дымовых реально что-то лагает. Из-за этих дымовых драконов у меня реально лагает. Они свой дым этот делают и лагает. Капец. Так, для тебя мы с одного удара вынесем, да? Потому что ты всего лишь 26 левела. Ну или 23-го какой ты там был. 23-й, да. Ну и все, вот мы этих драконов тупых дымовых убили. И, короче, вообще. О, кстати, я скоро 60 тысяч получу. Плохо. Так, тут у нас какой-то украинец играет. Которая вообще не понимает, на кого пошел. О. Слабила атаки, наверное, конечно. Коношечно. Что происходит? Вот из-за дымовых драконов у меня очень сильно лагает. Так, все, здесь мы это тоже выполнили. О, рубеж достигнут. Хорош. Так, что там у меня здесь? Ладно. Давайте получим подарочки. Отправим. Так. Это все мы. Все мы отправляем. И все так, то что? Мастер Храна Олимпа. Пройдите все комнаты замка во время акции Небо и Бездна. Так, все, забираем призы. 9000 еды теперь. Эй! Ну и теперь нам остается ждать один день, пока у нас вот эта вот дверь откроется. И мы с вами пройдем, наверное, опять вот этих вот испытаний.
Так, ну если здесь... Так. Подождите. Если у нас здесь все с колдовством, значит, у нас какое-то задание с колдовством обязательно будет. Ну и если темница, то... Ну, если темница, то обязательно что-нибудь с темницей будет. Кстати, про темницу. Давайте ее пройдем по-бырому. Блин, вот это прикольная музыка. Блин, вот это прикольная музыка. Значит, дельточка. Ой, какой крамп. Риппер и Грег. Давайте как-нибудь так попробуем. А, кстати, давайте используем. Давайте используем зельку. Эй, как это вы все выжили? Ну и ща, в принципе, тебя мы тоже добьем. Так, давайте посмотрим, кого нам в первую очередь надо бить. Как здесь плохо-то все. Сейчас один из этих тоже щит наверняка. А, не, он отравление поставил. Окей. Окей, окейушки. Будем атаковать, короче, верхних. А кто у нас опаснее? Ну, а тебя будем. Так, пока они свои фичи не ставят. Давай хоть так. Да у тебя же осталось там одно хп, вы это видели? Не, ну вы это видели, да? Да, если бы не гнев драконов, то мы... Если бы не гнев драконов, то мы тут... Ну, проиграли, наверное, бы. Так, меч возмездия сработал. Ну и, в принципе... Все. Первая битва у нас пройдена. Теперь можно, короче, все на изи проходить. Одним лишь крампиком. Все, в бой. Так, если тебя, если одного не добили, если одного не добило, то добиваем. Этот сразу же погибает. Ну и это тоже. Как же здесь все легко проходится-то? Здесь все очень и очень легко проходится. Да блин. Так, хорошо, что вот этот не атакует. А, блин, атакует. Что, какой засранец? А давайте так. О, сразу же минус два. Вот эти драконы что-то мажут. Но это на самом деле нам на руку. Так, ну здесь все изи. На следующей волне, я думаю, смысла нету использовать. Да, используем мою вот эту штуковину. Ну и что ты сделаешь сейчас, а? Когда мы и так тебе спокойно выносим. Так, силы на исходе. Давайте один раз посмотрим. Так, ваши усиления принесли результат. Ваши боевые драконы восстановили одну единицу. Так, окей. Давайте как-нибудь вот так попробуем. О, сразу же всех вынесли. Ну, это вообще замечательно. Ну и все? А, не все. Ты оказался слишком крепенький.
триада. Так, ну и давайте еще раз восстановим. О боже мой, наконец-то! Спустя много триллионов лет я наконец-то смог восстановить энергию у Крампа. Собственно, как видите, мы все здесь на изи проходим. То есть, вот эта вот темница, это... То есть, вот эта вот темница для меня, это... Не знаю, для меня вот эта темница, это... Для меня вот эта темница, это как прохождение всех боссов, наверное. Ну да, триады. То есть, очень легко. В общем, монаха у меня выбить не получилось. А я, кстати, смогу скоро открыть робота. Кицуны, да нафига мне кицуны? У меня есть уже. Я выбил его. Так, у нас здесь этот новый дракон, да? Так, тебя мы, я думаю, продаем. Так. Лево. Металл огонь. Зелень ветер. Металл огонь. Сейчас пойдем на ведь на пойдем в кодексе. Эй. Драконий кодекс. 95 драконов у меня есть уже. Металл зелень мне нужен. Металл зелень это киборг. И кто еще? Ветер зелень, да? Зелень ветер, наоборот. Значит, идем. Да, драконий кодекс. Зелень ветер. И это... Дракон лист. Окей. Так, кто у нас здесь? Значит, ставим сюда киборга. Киборг. Киборг, ты где? Киборг. Иди сюда. Сейчас клещего тебя будем. Да, у меня есть. Киборг у меня, я не пойму. Где у меня киборг, а? Вот он. Ну и сюда. Сюда лист. Я. Блин. Но, к сожалению, у нас не получилось. Значит, льва мне... Так, здесь кто у нас? Метеор, Минотавр. Эти драконы у меня все есть. Так, значит... О, здесь золото скопилось. Нормально. Так, метеор. Он вот здесь вот. Метеор вот здесь. А Минотавр... Минотавр вот здесь. Они прям по соседству живут. Прямо так классненько все. Эй, что такое? Битва с боссом. Крылья свободы. Что это? Да я не хочу. Я с боссом не хочу. Блин, вот этот прикольный. Так, здесь... Ну просто... Ну здесь просто изи. Ну здесь вообще просто изи.
Так, здесь. Окей, давайте подождем еще 30 секунд и вернемся. Один, все, нападаем. И ну этот прикольный. Так, здесь можно вообще даже не париться. Можно одну вот эту штуку делать. Всё. Ну а здесь, думаю, пропустим. Ну все, до свидания. Это было слишком изи. О, один кристальчик получили. Ну ладно. Выходим отсюда. Это Академия Драконов. Дельта. Похищение. А, ну вот, вот эту штучку можно, в принципе, вполне улучшить. Можно вполне улучшить. Так, алтарь колдовства. А, зачаровашка. И что у меня здесь? Здесь проблемы. Есть проблемы одни. Вот я да, зачем тут дофига вот этих отличных делал, я не понял. Я просто не понял, зачем я это сделал. Так, ну вот здесь вот у меня, конечно, беда. Прям настоящая беда. Так, хорошие здесь нужны, да? А у меня этих 0 штучек. Плохо. Давайте пойдем. Что же? Так. Забираем котел. И ничего. Так что у меня здесь? 2 поражения. 2 поражения. А, ну здесь вот эти вот драконы, да. Ну ладно. Давайте в лику, что ли, пойдем. Малявки. Как же я вас ненавижу, тупые малявки. Опять малявка, что такое? Да что такое? Чем пишет такие сильные? Зачем они такие сильные-то? Капец. Давай сюда хотя бы пойдем. Правда, не знаю, как это меня выручит. Так, первый проходится вполне на изи. А вот со вторым, наверное... А, ну, тут дальше изи все идет. Здесь... Но этот, может быть, нет. Хотя вот этот может... О, близнец Бета. Или близнец Альфа, не знаю. Так, ну здесь, в принципе, мы все прошли легко довольно. Так, получаем мы необычный сундук, ничего интересного. Но да, это тем более. О, ну хотя бы божественных материальчиков получили. Дальше идем. Смешной. Серьезный прям такой. Пока я даже тратить ничего не буду. Тут, по-моему, все изи. Хотя вот кто знает.
Вот каркать не надо. Вот я каркаю и... Вот получается как-то так вот. Да. Это все очень легко. Так, какой-то... Я так понимаю, араб, наверное. Какой-то, я так понял, араб. Ой, это хорош. О, вот это хорошо. Так. Дальше идем. Убой. Здесь уже можно выпускать крампика, думаю, да? Он здесь, короче, всех будет выносить. То есть, три битвы проведем, три дракона у нас, короче, устанут. Вообще, моему крампу вообще ничего не могут снести. Но они сносят, только вообще, просто я не знаю. Они ничего не снесут. Так, Бу. Так, опять же бомжатский сундук, ничего интересного. Да. Так все и является. О, вы перешли в высшую лигу. Хорошо. Ну и как бы все. Вроде как бы все. Так, защитники. Что у меня по защитникам? Так, здесь вроде бы все нормас. Здесь все нормас, да. Блин. Награды в сундуке. А как забрать этот сундук? А этот сундук как забрать? А этот как собрать? Как собрать эти сундуки, я не понял. Или я вот эти вот тоже я собрал, наверное, сундуки. Хотя я хз. А тут смотрите, какой сундук. Вот этот с какой. Тут какой. Ой, что это? Что это? Ну ладно. Давайте слияние. Не, не слияние, а колдовать зайдем. Может быть, фаербольчик? Где тут наш фаербольчик? Да, фаербол что-то у нас вообще. Хотя, может, легендарного, а? Он как раз одну звезду получит. Ну, одна звезда это вообще ни о чем, так сказать. Ни о чем, Марвел. Марвел. Где мне фаербол вообще? У него что, четвертый уровень, что ли? Ци. А почему он ци называется? Он же алоэ назывался. Что-то не понял я. И джунгли его. Сор. Вот он, фаер. О, у меня на него все хватает. Можно как раз чуть-чуть материальчиков таких вот тут делать. Ушу. Не вопрос. Короче, держи. Это все для тебя. Главное, чтобы ты докачался. Вот. Да сколько я смог? Так, ну что, колдуем?
А вот теперь нельзя. Ну, в принципе, Fire у нас одну звезду получил. Да задолбал. Сильвер одну звезду у нас получает. Ивор тоже у нас одну звезду получает. Убун тоже у нас получает звезду. Так, Нита. Ой, еще дальше можно. Еще раз можно. Ой, еще можно. Чего себе. А еще можно? И еще можно? Фигази. Фигази тут. И Нита тоже у нас, короче. В общем, Нита у нас теперь, короче, будет качаться тоже. Постараюсь докачать его тоже до такого же уровня, как у Крампа. Вот, и у нас будет второй супер-классный дракон. Где же у нас там он находится-то? Где же он у нас находится-то? Вот он! Нита! Ну что? Ну что ж. Да блин. Давайте посадим какую-нибудь еду. Квадроника. Сахарная груша. Королевская фига. Давайте сахарную грушу посадим. Как же я люблю... А, нет, это все правильно. Чё я вообще... Блин, ну чё я вообще несу? Как же я люблю баги в Легенд... Как же я люблю баги. И тут бац, блин. Я же совсем забыл, что у меня только одна такая ферма есть. Блин. Так, место рождения магмы. Магмы, ну, давайте сюда. Пиу-пиу. И последний выпил. Пиу. Все. Врата черепа. Пиу. Теперь у нас статическая пещера. Ну, прости, у тебя я накормить не могу. Не-а. Давай, Тила. Не знаю. Белый шторг. Читок, блин. Не-не-не-не-не-не-не. Белый читок. Идите нафиг со своим читогом. Он же Крамп у меня просит. Вот сейчас, блин. Топи, 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 топи. Ой, как плохо. Ну и как бы все. У нас, кстати, одна энергия восстановилась. Ладно, на этом все. Уже подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!